Всем привет, с вами Персик, и сегодня я снимаю видео о моих детских страхах. Я буду вам рассказывать о моих детских страхах, начиная я с 6 лет и заканчивая моим сегодняшним возрастом 12 лет. Так, я тут написала сценарий, никогда их не писала, но теперь буду развиваться. Я боялась, как и многие, я так думаю, дети, нам мамы рассказывают, что если мы будем плохо себя вести, нас заберет какой-то бабайка. Да, а так получается, у меня был такой дядя, ну, мне сказала, это он бабайка, и он меня заберет. Я вот так начала бояться, что в 6 лет я к нему даже не подходила. В 7-8 лет я боялась оставаться одна в квартире. Вот я не живу в квартире, я живу за городом Воронежем, в Семилуках, можно так сказать. И я приезжала к бабушке в квартиру в Воронеже. Мы там у нее тусили. И она оставляла меня одну, она уходила в магазин, а она говорит: «Свет, пойдешь со мной?» Я говорю: «Нет, не хочу». Она такая: «Ну, я тебя тогда закрою». И понимаете, я через каждую минуту думала, что сейчас кто-то постучит в дверь. В 8-10 лет я боялась, как бы странно это ни звучало, черного ловелаза. Это то есть в смешариках. Я тогда очень любила смотреть смешарики. Я пересмотрела смешариков просто. Это что-то с чем-то. Я их пересмотрела и стала бояться черного ловелаза. Если кто знает или та серия, напишите в комментариях, где Нюша рассказывала про черного ловелаза. Да, я с второго этажа бежала вниз на первый этаж, а уже было темно, и свет у нас в коридоре не горел, и я прям бежала на кухню быстрее, чтобы меня типа этот черный ловелаз не поймал. Я такая: «О боже мой». И иногда даже так до сих пор бегаю, до сих пор боюсь, серьезно. Как бы это странно ни звучало, я в 11 лет боялась вертолетов. Я живу в том местности, где часто летают вертолеты, потому что там обучение у них какое-то, армия, так далее. Рядом с базой это живут, и постоянно они летали. И рядом с моим домом они очень близко летали. Мой страх до сегодняшнего дня: я боюсь спать ночью с открытыми окнами, но я пытаюсь бороться с этим страхом. Я боюсь шумов на улице. Вчера в 10 вечера легла спать и услышала, как кто-то за окном ползет. Я так испугалась, я думала: все, за мной пришли, меня сейчас убивать будут, и так далее. И на этом все мои страхи закончены. Поделитесь в комментариях своими страхами. И на этом видео наберем 25 лайков. Это вам не сложно, а мне приятно. И да, я восстановила Инстаграм. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Я вас очень сильно люблю. И всем пока-пока!